Очень понравилось выступление представителей компании Nissan. Очень красочная презентация, рассказала о всех новинках, которые сейчас вышли на рынке, на автомобильном. Машины действительно очень сильно изменились и внешне, и внутренне. Мне очень понравилось, очень живо, интересно. Такая, в общем, достаточно спокойная тема, но подана очень хорошо. Замечательно, всегда очень полезная, интересная информация. Мне очень понравилось, я сама когда-то была поклонницей этой марки. Было очень интересно увидеть новинки Nissan. Наверняка они придутся по вкусу руководителям компании. Но мы всегда рассматриваем разные возможности и выбираем то, что подходит под наши критерии. В общем, компания Nissan провела, мне кажется, хорошую работу над своими автомобилями. Пока таких направлений не было, но я уверена, что это поле, которое можно рассмотреть. Честно сказать, мы не задумывались, но увидев эти новинки, наверняка руководство обязательно рассмотрит этот вариант. Корпоративный автомобиль предоставляется экспатам, корейским сотрудникам, которые приезжают сюда на 3-4 года вместе с семьями, и им, конечно, очень удобно управлять автомобилем побольше, потому что у всех достаточно много детей, седаны не всегда вместительны. Конференция, как и всегда, очень представительная, она собирает профессионалов этого рынка. Надеюсь, что сегодня пройдет так же продуктивно, как и обычно. Много людей. Я на самом деле не ожидала, что будет такое большое количество профессионалов в нашей области. Мне нравится. Мне нравится Double Tree by Hilton, мне нравится то, как выступают спикеры.